Украина, Россия, Белоруссия, Европа дальше работать, но у вас для того, чтобы его войти 6-месячный визит, вы делаете решение. Всем привет! Сегодня мы в Кракове записываем видео для наших партнеров по визовым центрам стран Средней Азии, СНГ и России. Направление Евросоюз. Евген, ваш будущий партнер, эксперт, направление, которое уже долгое время занимается данными видами услуг. У нас здесь расписан план мероприятий, план нашего обучающего видео. Предназначен для визовых центров, направление Евросоюз Польша. Почему Польша? Потому что Польша является окном для многих граждан, которым сложно получить обычную визу, рабочую визу, так как нет английского или национального языка, например, Швеция, Германия и так далее. То есть люди бежали через Польшу. Сегодня мы поговорим о видах виз для граждан СНГ и Российской Федерации. Документы, которые необходимо будет вам собрать со своих клиентов, чтобы получить визу, гарантированно получить визу или с высоким коэффициентом положительного решения. Подача в визовом центре, то есть где мы будем подавать, для чего мы будем подавать, какое место выберем, какую страховку будем делать, какую локацию, потому что от визового центра, от консульского отдела посольства зависит очень многое. Так как уже есть опыт подачи, мы знаем статистику положительных, отрицательных решений и так далее. Жень, что мы дальше делаем? ВНЖ, в Польше карта побыта, временная и постоянная ВНЖ. Работа в странах ЕС, как происходит трудоустройство, какие оформляются документы, какие сроки, потом возможности. Находясь в Республике Польша, какие консульства и посольства вы можете обратиться, получить визы для своих клиентов. Да, то есть это может быть направление США, которое у нас также представлено, это может быть направление Канады и так далее, и так далее. Это наш план сегодняшнего мероприятия. Женя будет в кадре, скорее всего, один, да? Расскажет. Итак, друзья, если вы хотите открыть свой визовый центр, работать онлайн, пройти обучение, то есть посмотреть видео, которые мы записывали для вас в прошлые разы, то есть сейчас мы для вас записываем, дальше получить 8 часов технической поддержки, обращайтесь к Анастасии. Телефончик будет в описании под этим видео. Также можно перейти по ссылке на WhatsApp, на наш сайт по визовым центрам. То есть направлений на самом деле очень много. Это и США, и Канада, и Евросоюз. Обучайтесь, зарабатывайте вместе с нами. Всем всего доброго. Пока.